далекие 30-е годы прошлого века. Это прадед нашего сегодняшнего Амирхана Гарбачева. Амирхан Гарбачев. Очень малочисленный народ, очень древние народы, с очень древними традициями, с очень древним этикетом. И мы всегда их бережем, храним. И одной из самых главных наших традиций является гостеприимство. Я надеюсь, вы сегодня убедились, Государственный академический ансамбль танца «Кабардинка» воочию продемонстрировал, что гость превыше всего. В зале присутствует... Спасибо. В зале присутствует заслуженный артист Российской Федерации, человек, который много лет проработал в оркестре, в ансамбле «Кабардинка», начинал как танцовщик, потом перешел, стал великолепным музыкантом. Савутин Капажу. Также в зале присутствует заслуженный артист Кабарды Балканской Республики, который много лет проработал в ансамбле «Кабардинка», пришел на заслуженный отдых. Виталий Шагенов. Вместе с супругой они прослужили на этой сцене очень много лет. Спасибо вам. Спасибо. Ну и наша концертная программа продолжается. Я с удовольствием передаю эту импровизированную сцену нашему прекрасному оркестру «Мелодии родного края».
смин хуш. Мадихо хард дага. Дива фаршко. Дишлаш квантов. Дижла дага гужупсов. Псомена дага дихажерсу. Хаша диахам шакотшу. Уна памахора, жиля махора, хакуш махора, там диш. Прощаемся с вами. Мы говорим до новых встреч.